Здорово, Андрюха, доброе утро. Как там у тебя дела? Да, нормально, сейчас экзамены, сейчас уже буду сдавать. Так что немного времени осталось. Кстати, что там, готовишься? Мы же приедем в Беларусь там, да? В этот... Арбуз, дыня, да, там нужна. Но в этот раз посмотрим, как с поездом получится, не получится, хорошо? Ну что, Андрюха, давай, удачи тебе в учебе. Я уже побежал, у меня сейчас еще словарный диктант. Да, так что еще увидимся, давай, пока. У кого сегодня нюха, не знаешь? Нет. Вот и я, мы толком. По-моему, у Дениса. Вот у Дениса морщик. Сейчас мы... Один остался, один. Я заберу, заберу. Давай, 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 давай. Зачем? Бей, 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 сразу бей, сразу бей. Роза, роза, роза. Не, пацаны, блин, меня добили. Меня добили. Я тоже. Да почему не того убью? Добивайте. Я не успел, я же убил его. Угу. И жали с первого пути, да? Сколько нас тут осталось, мой человек, вот от меня, а это все дачники. Три, Федорка, Миша
из конца боли. Да вот сколько их посчитать, а вот на пальцах, сколько их человек. Что, сколько нас, одна жменя. Давай, пятака. Карма. Давай, давай. Ай, тяжело ты. Это сколько в тебе коней? Во мне много коней. Овес. И я не выживу там. Да выживешь. Он не кусается. Так, а теперь надо... Так я знаю, что тут ничего нет. Надо же красиво все делать, выгребать. Самое классное, это вилками грабать. Что-то трава тяжкая. Ну чё, пойдём рыбу топтать. Чё ты там делаешь, а? Ну что делаю, я набираю. Ни хрена себе, это что такое? Блин, да это ж этот, люк с Т-34. Да ладно. Нифига себе. Нормальный такой. Живу здесь все время, думал, что это за люк такой непонятный. Знаешь, почем я узнал? По вот этой ручке. Я такую находил. Мне батя говорил, что это с Т-34. Короче, давай заканчивай, погнали за топтухой. Иди, показывай мне, где он там лежит. Заходи первый. Ёлы-палы. Не долбанись, хотел сказать. Излазил. Проходи, дружный. О, а вот лёгкий. Да? Вот это, блин. Надо вдвоём доставать. А короче, смотри. Перелазь. Опа! Спорт! Это жизнь. Дружный, дружный. Да я вижу. Ой-ой. Думаю, да, нормально. Расступилась. Пашка, тут поломка. Ей, я не что знаю, как делать? Исправить. Так. Блин, завязать? Развязывалось тут. Нет, тут... Во-во-во, вот это развязалась какая-то. Твою тёлу, блин. Хотя тогда только так и делали. О, видишь, силы не хватает, потому что я сало не поел, ёлки-палки. Всё идеально. Ух ты, хотя бы развалилось. Модно, стильно, молодёжно, ногами. Блин, тут ещё эти лужи на каждом шагу, ёлки-палки. Можно и в лужи половить. Если хочешь. Эй, ты не пихайся. Иди давай. Серьезно, походу, рыба. Нормально. Так ты это, что, собираешься всю жизнь танцевать? Да, как вам получится. Лучше приехал ко мне, да колхоз бы поднимали. Это ж святое дело. Вкусно. Кукурузка. Ну. Что ее вообще варят? Так есть можно. Ну смотри, чтобы ты потом полдня в туалете не сидел. Ты кукурузу. Нормально. Блин, а точно выдержит? Конечно выдержит. А может и не выдержит. Посмотрим. Меня просто прадед делал. Лев, прадед. Лев. Он в концлагере сидел. В Азарычах. А, моя бабушка, кстати, тоже была в Азарычах, в концлагере. Да. У меня просто прадед умер в 13 году. Я, ну, мелкий совсем, вообще совсем мелкий был, ничего. Даже как-то не узнавал, не спрашивал. Блин. Ну, у нас в деревне есть самая старая бабушка, ей уже много лет. Я думаю, она может нам что-нибудь рассказать. Ну, сходим потом. Ничего нет. О, рыба! Да? Вот видишь карась. Бери! Мы на правильном пути.
Красавчик какой маленький. Да, конечно, блин. Я выронил. Я выбить его хотел, да выронил. Пошел. Я вот так. Прям. Ты холодно. Блин, я ж по твоим следам иду. Не спи, ты же мужик. Есть, есть, одна, но все мелко снова. Лов наш снова. Ну блин, хоть что-то. Ты побежал. Ноль? Ноль. Нет, нет, есть. Раз, два. Они такие, знаешь, какие? Совсем мелкие. Сейчас провалится один. Ёлки, да, ну, пускай провалится на его жопу. И там еще двое. Такую рыбу. Там еще двое, да. На старт. Внимание. Марш. Здравствуйте. Здравствуйте. В каком году вас забрали в концлагерь? Сколько вам лет тогда было? Мне было уже 15. А это было начало марта 44-го года. И как вас туда забирали? Как это происходило? Как нас забирали? Немцы как заняли уже эти уже наши все деревни. Так все же спалили, все же разбили снарядами. Ну, и мы в лесе были. Ну, и вот разведка нас забрала и выгнала на нас на этот шлях, что вот теперь асфальт. Да как наших этих, что вот при фронту, так гнали, ну, так как мы стоим. А там уже везли Бобруйских, Ощепоицких, старых дорог, ну, всего мира. И столько уже набили за ту проволоку, что не было отделяются полно. А которые гнали, а которых привозили на машине. А машины так скидали, как дрова. За шкирки дай. Дай додолу. Ну, много потоптанных на машине. Нас за колючую эту проволоку. Четыре этих порогах в ушки. Наблюдатели. А доли уже по земле часовые. А там наблюдатели с пулеметами. И вельми были поганые. Не кивнися, як кивнуся, так и выстрел. Як кивнуся, и багато вбивали. Вода по колено. Кто упал, того пристрелили, а не пристрелили, и он так остался умирать. Ну, и мы уже ждем, что нас уже всех расстреляют. А як расстреляют? Там траншея такая выкопана, вроде для туалета. Ну, ожидали, что сюда расстреляют. Ну, уже дал Бог, что не расстреляли. И расстреливали при наших очах. Расстреливали. Нема про что говорить. Хай Бог не дай я никому. Тихом болели, лежали. Дощей заразили чихом. Прадед Илья тоже был или нет? Дед Илья. Дед Илья. Да, тоже. Тоже, только что не под Анаею, не в Куце мы были, а они отдельно где-то сидели. Понятно. У твоей бабы, и она тогда беременна была, так ей маленькая дечатка была. Так оно и считай, измерзла и умерла. Умерла. Ну и это я вообще малые. А да, и дед ваш, он молодший за меня. Ну, да вот я их мало знаю.
А матеру встречали еще. А что же вам добавить? Что я могу вам добавить? Нехай Бог не дает никому. Выросли вы без... Наше поколение без войны. Как ваши и детки поросли без войны. А этот один комбайн, когда ягод много, за 15 минут набираю, это... Не, самый быстрый за 13 минут. Ёлки ты пал. О, окопчик какой-то. О! Прикольно. Иди сюда. А я какую-то хрень нашел. Сейчас. Блин, как фиговый, черник сил. Что это там, черник у нас там? Это трак с танка. Это ты на 34-ке нашей. Нифига себе. Походу. Сейчас, ты посмотри, порассмотри. Я сейчас гляну, тут что еще есть. О! А это что за... Подожди. Это походу это... Гашетка. Это с пулемета Максима. Ни хрена себе. Да. Чё, а и как, где она должна стоять, блин? Ну это типа как ручка, вот. Стреляешь, тут. Поворачиваешься, как-то. Нифига себе. Ничего, это может. Нормально. Видишь? Ничего с ним делать. Вообще. Она осколками от снарядов разбила. Вот трещина тоже. Нифига себе. И у вас так везде? Ну вот, блин, это. Ничего себе. Не редкость. Ну вот это редкость. С Максима это редкость. А это? Это на металлолом пойдет. Высыпать бы. Что, у тебя уже много? У меня ножницы закрывается уже. А я вот полный напихаю сейчас. Да не дуй ты, ты не умеешь дуть. Да, ну убери руку. Давай я тебе покажу. Надо, если ты хотел это сделать, надо другом. Надо их в это, чтобы они в движении были, чтобы листья не были придавлены, и оно все вылетает потом. Правда, ведро слишком глубокое, ты так не сделаешь. Свой доберу еще чуть-чуть и тоже высыплю. Блин, какие ягоды. Ао. Черничка, черничка. Чё? Ты чё, падаешь? Пью, блин. Металлическая чё-то. Ну-ка раскопай. Чё там? Краска. Покажи-ка. Дай глянь. На этом вот соберём. О, так это немецкая. Ну что, прикольно. Нормально. Сейчас сфоткаемся. А это что за хрень? Ну, блин. Что это такое? О, это магазины. Где, что она прям в этом? С пулемета. Пошли по чернику, нашли металлолом. Вот это... Ой, металлолом, военный. Есть такой пулемет. Какое-то подобие Калашникова. Я не знаю точно, это вроде бы немцы что-то похожее делали. Гаси. О, видишь, тоже такой магазин изогнутый. А вот это я уже хрен вспомню. Вот тоже что-то... такой магазин, да, этот? Да, да. А это, походу, как тебе сказать, тубус, чехол тубус. Для этого. Туда снаряды. У них снаряды перевозили, я не знаю. Переноска, типа, я не знаю. Все, давай пофоткаемся. На твой, на мой. На мой. На, надевай. Я тебя сфоткаю на свой. У тебя голимый телефон. Еще один телефон гонишь. Нормальный телефончик, я так. Мне кажется, не идет. А я правильно надел? Нет, неправильно. Дай, блин. А, точно. Дай еще раз. У тебя дырка во лбу. Живой, целый. Фотографируй. Давай меня тоже. Блин. Блин. Вперед. Идеально. Надо... Ты отсюда тут. Там муравьи, ёлки. Ой, нашел. Тоже на металлолом, да. Ты заходи туда, потом еще найдем что-нибудь. Тоже ягоды. Не собирай. Что ты жрешь? Не собирай, давай. Я тебе показал. Ягоды поел, листья оставил. Лучше б ты листья ел.
Там чистые ягоды были. Не хочешь? Нет. Я не хочу, ты плохой водитель. Я отличный водитель. Ты плохой водитель? Я отличный водитель. Плохой. Выйдет дождь, елки-палки. Давай бегом. Не палки, все нормально? Гашетка на месте? На месте, погнали. Поставь тут. Ну вот пень. Все, пошли. Потеря, потеря. Склад. А вот сюда его все. Ясно, короче, так и получилось. Ты, блин. О, пополнение. О, красота. Все, теперь точно все. Погнали. Короче, сразу надо муки насыпать, чтобы тесто не прилипало к столу. Это, думаю, понятно. Ой, какой. Какая-то черника. Вкусно голубика. А ты что, голубику пробовал? Да фиг пусть, может, пробовал. Вот, положил и сверху придавил. Вперед, назад. Назад, вперед. Ух ты. Ну вот. А пойдет. Побольше, зато же побольше стали. Они... Ну хоть побольше. А, ну понял, поэтому ты 8 часов это, да? То, и... что я инженер, это не... вареники мне не помогают лепить. Мне вкусно, оценить не могу. Черника вкусно? Да. На уже. Ну ты пересобирал ее, да? Переспела. Так, а что делать? Того и как ты делать? Как делать? Ну, пельмени делал? Не помню, блин, уже. Ёлки-палки. Ты что, не видел, как я это сделал? Ну, я что-то отвлекся. Мне кажется, у меня не получается. Что ты делаешь? Вареник. Ты не вареник. Это вареник. Это полупельмень, полувареник. Так, ты ложи, я буду мешать, а то они... Вот, прилипать потом. Аккуратненько, аккуратненько, чтобы это, воды горячей не ляпнуло тебе по рукам. Да, так нормально. Что, вареники удались? Да. Прям четкие, да, я бы сказал. Просто не очень вкусные. Ну, как у меня вообще. Давай быстрее сидим. Давай. Кто быстрее? Ты не, подавишься. Гриша. Что ты так боитесь меня? Кто из них, Гриша? Не знаю. Какой-то откликнется, да, надеюсь. Ну вот это Пашка. Это Паша. Ну спасибо. Чуть меня назвал? Я только что его назвал. А, понятно. Смотри, он может и руку отпустить, ну в задницу. Сеня, все молча так. Что ты, жрать хочешь, да? Уйди, а то побью. Что, иди хавать? Пару уже наложила, ёлки-палки. Так, все надо кубычку идти. Не, ну стоп, ты сразу бери туда. Чоп, вот он.
Рукой, рукой. Ну, Пашка, елки-палки. Что-то мне кажется, это никто у нас не купит. Это все делаем. Ты что, чернику эту? Минус деньги. Не бережешь, да. Нет. А это бабы, это да, понятно, да, все. Да, понятно все. Черника горячая. Ты показывай. Горячая. Такое еще место красивое. Никто не, никто не останавливается, блин. Есть покупатель? Да. Все. Машин нет? Погнали. Купите чернику. Да, конечно, почем? Это 2 рубля, это 4 рубля. Все вместе за 5 рублей скидка. Ага. Так, это получается сколько? 5 рублей с вас. 5 рублей, пожалуйста. Да, вот, держите. Спасибо. Сидим, пожалуйста. Все, спасибо вам большое. Всего хорошего. Как было? Вот нагнали на раную нашу деревню, скалку, немцы с машинами сухим. И давай выгонять людей у всех из домов, с усих, и грузить на этой машине и везти. Кто знает, куда, куда везли. Ну, у нас тоже. Мы, я мама была, и брат мой старший за меня. Ну, мама там, не знаю, как-то хлеб остался или что там. В общем, насобирала этих сухаров, чтобы захватить с собой. Не знаю же, куда повезут, что повезут, что такое, в чем дело, это фрицы чертовые. Ну, они машины это полно нагрузили и поперли туда нас прямо в это самое, прямо в Тезаричи. Ну, приезжали туда, разгрузили среди леса, болота. Это же было 10 марта, холодина. Ну, добро, трохи ж дома там подевались, какие, что мне было, сколько ему, 7 годов. Ну, немцы уже загнали туда, нас туда оградили проволокой колючей. И людей не, это самое, не давали там же ни огня распалить, ничего, чтобы или погреться, или чтобы посидеть хоть как-нибудь. Так ничего же это они не разрешали. Так люди бедные бегали потом в лесу, все плакали, дети голосили и кричали. И, Господи, что там ни было, это же ужас один. И вот однажды немцы привезли хлеб и стали бросать этот хлеб через эту, ну, проволока колючая обгорожена, так она невысокая была, ну, где-то на метр. И давай ты хлеб бросать через эту проволоку. И вот один мальчик такой шустрый подбег, схватил это хлеба, и он ему шомполом по голове как дал, и голову разбил. Мы тогда все ходу заголосили, закричали все на эту месте, и побегли, кто куда, дети разбегались, и не знали, что делать дальше, как там жить. И вот сидели же такие голодные, холодные, уже просидели с 10 по 17 число. 17 марта нас только вывезли оттуда. И так вели по одной стежечке, там же еще немцы кругом по вокруг позаминировали, так вели только по одной стежечке, так, чтобы шли, и это самое, не, ну, не нарвались, где на какие мины идти, на какие снаряды, чтобы, понимаете. Вот такая история. Ты ж, ну, спасибо вам большое за рассказ. Ну, вот такие, да, такие рассказы больше, я не могу ничего больше сказать. Сильно жалко было мальчика того. Думаю, Господи, это же вот жалость, думаю, неужели же немец, сволочь, неужели же у тебя детей нема, что это так, детенок подбег, схватил кусочек хлеба, то есть схватил, да, ну, шомполом так, как ляснул, упала, эту головку эту разбила, ну, упало это дитя, мы все бегом туда, скорее, то лес, где наши мамы те сидели, да, о, детки мои милые, не дай Бог, чтобы веку жизни такой не повторилось, а чтобы выжили век такого, не бачили, не чули, не знали, ничего, чтобы все вам у жизни было добро, не дай Бог, чтобы такое повторилось. Сейчас, короче, Пашка, будем искать. Про концлагеря что-нибудь. Ну, самое главное, чтобы дорога подключился. Концлагерь. Беларусь там была. Азарычи. Озарыч. Я знаю, подожди, я такой просто. Да, конечно, чтобы оно нормально все включалось. Пожалуйста, на весь экран зажги. Я сразу вижу, что здесь все жестко.
как она так спрыгнула? Оно отошло типа? Да, тут заводка стояла. Так оно шло докуда должно. Что-то она совсем травою все напихано. Сырвает пипец. О, видишь, как я вижу? Ну почти. Типа так. До инженерной мысли. Ёлки. Потому что в самолете все зависит от винта. Ай, Пашка. Вот. Тихо. Тринадцать. 14. 15. 15. Ёлки. Че, еще раз хочешь проиграть? Ну что проиграть? Можно и выиграть один раз хотя бы. Давай, ходи уже. Нет, тут думать надо. Я даже так похожу. Прикольно будет, если я сейчас проиграю. Давай вот так. Дама. 10. Ну блин! Да! Пошел! 15 раз. Не дай бог ты подбородком не дотронешься. А, у меня ноги уже завалились. Или носом, как хочешь, дотрагиваешься до пола. Блин, пока ты длинно отжимаешься, у меня уже все эти ноги затекли. Капец. Давай. Таких красивых 15 раз. Раз. Два. Три. Так, сразу я попью, а потом корову. Будешь? Нет, спасибо, я яблоко ем. Да, бери поменьше. Хотя не одинаково. Пошли, одно стыд. Смотри, его больет. Прямо пойдем. Посменим, где тут звук будет. Она не любит, когда смотрит. Ну, рекорд? Не, рекорд. Штук 6, наверное. Угу. А где спасибо? Спасибо, давай. Ну, ну. О, о, о. Да, молодец. Спасибо. Молодец, молодец. Все. Все, 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 все. Все. Пока. Пошли. Смотри, бурят, да, это он сейчас завалит. Ты его нифига не помнишь. Нифига себе. Это новый. Это тот или? Пошел. Пошел. Все. Ты спасибо скажешь мне?
Не, иди тут сзади. Становись, давай. Ну? Давай. Ты ж сегодня наелась. Сегодня ж ты на вольных хлебах ходила. О, мухи одолели, да? Да. Ну все. Постой. Ой. Да. Кусают. Барсик. Ну, пойдем. Молочка. А, как полили, ну да, я да, как полили. Рассказать, как полили. Глядим по полю, уже из лесу вышли. Немцы идут шарезой, человек от человека, ну, метров на пять так. А кричать, стреляют. Людей гоняют уже на улицу. И вслед ельнички погорать, уже хаты. А батька и сестра жили сюди, у этой конец, к нашей деревне. Нас выгнали, о, что таки эта хата не горит. А угоняли кто? Асесовцы и украинцы. Хохлы. Разговор вот хохляцкий. Ускочил в хату с автоматом, такие старые. И мата загнул по-русски, ручьи будут твой мат на двор. А этот мужик, батька и сестры, был рожденный глухонемый. Замыкал кладовку, и он с автомата поэтому. И нас из ельничек уже гнали у прудок. Подогнали до школы, несут кули соломы, топоры уже нас забивать людей, у школу и запалить. А спарышка миндант, который всю войну пробыл у парыша, машинка и белая сюда подскочил. И вот 2 часа боролись. Потом за нас и у парыша погнали. Загнали в церковь. Ну, у кого сила была, так из церкви в окно. Поулазили и поуз реку, и на воросень, уздучичи, собрал, а кто в валу попал, все те люди сгорели и спалили у боли. А нас, немцы, из церкви загнали у верхлеща, привезли машины здоровенные, крытые такие. И к железной дороге и стоят немцы для вагонов. Там загнали в тупик и в баню. Раздавайтесь и в окно одежду свою, какая есть, кидайте. Раздавали, тогда в баню запустят и холодную воду. Пустили, детский крик удали и на двор. Женщины голые, дети голые, все голенькие, как мат народила. Пригнали и вагоны. Наш вагон был второй сзаду. А они начали спереду брать хлопчиков на кров. От 7 и до 13 лет. Вот таких пацанов брали. Девочек не брали вообще, а только пацанов. От 7 годов и до 13. Вот падло. Задаешь кров и у яму, и оно там еще. И по 2 часа, которые мучились, пищали, и плакали, и тогда и помираю, я говорю, уже нема ничего крови. И нас 3 из вагона иссадили, и вот гуляйте в сосённик, отползите, как машина пойдет, тогда у вагоны. А мы ж полуголые, а холодно.
Поползли. Выползли, хвойник кончился. Три дома. Деревня, видать, большущая. Вот посадили трохи, женщина вынесла, муж что стирала, воды ведро. А чего вы тут сидите? Так и так, она за нас у хату и на печь. А у хаты хата большущая новая. На печи теплая, куда у нас ну, холод, колотить нас, как начало. Уже тепло. Побыли живом день. Вы же есть и хотите, а мы уже три дня вообще не то есть, а воды даже не колзанули. Ну и она, нам потрошку. Вы, говорите, сголодались, так потрошку. Мы четыре раза за ночь, вот трохи полежим за сном, она побудет и положит, как котам. Я коту более даю. И хлеба на два раза кусить. Только вы же голодные, так подъесте, так это плохо. Три дня живем, потом приходит таки старик, запрог коня, сено поклал, она пустил Козяслава и нам нас вучать. Як будут немцы идти и ехать, так вы усхватитесь, кричите, да так вроде как тихо, как больные тихо. Ну и привез нас к эшелону, а матка в старых дорогах порожалась. Хлопчика родила, как он прожил 2 часа. Голый и измерз в уголь. Загребли, как открыли вагоны. Там детей, старых людей померло у старых дорогах. Зрение у меня потеряло, я не бачу ничего. Я ничего не бачу. Со зрением мне, хиба можно было так работать? От войны, от самого, как начал работать. Так, давай, Алла. Деревня Алла. С этим английским. Английский язык, елки-палки. Ну, русский ничего не знаю. Так, Алла. Из материалов судебного процесса над фашистскими преступниками, состоявшегося в городе Брянске. В январе 1944 года полностью сожжена деревня Алла Гомельской области. Уничтожено 1758 жителей, из них 950 детей. Фашисты сожгли жену и 4 детей Артема Устименко. Они что, воды сгорели? Два-то люди были. Да. Не дай бог, чтобы такое когда-нибудь повторилось. Так, я принял. Держу. Ага. Вот так вот ложись, наверное. Вот так его. А, подожди, ложи так, да. Вот так. Да, вот так вот. Все. Вот. А, все-таки вы. Тихо. Справа работает, слева уже отработал. Чуть идет. Вот они сидят втроем. Где все люди были, когда мы шли? Да, блин. Надо почаще слишком приезжать. Много. Да. Почаще приезжать. Да. Вот, да, у меня, блин, слишком много всего, потому что школа раз. Школа два, школа три. Все, спасибо большое вам. Спасибо большое тебе, Сереж. За то, что нас доставили сюда. И вам спасибо. Все. Вы за наших краях заезжайте. Хорошо, обязательно. Нифига, короче, наша. Нет? Шайтан, машина не заводится. Главное, ключа не утопить. Да? Угу. О! Наконец-то, блин! Лови давай!
Мне кажется, это не она. Она слишком широкая. Это. А Алла, как я знал, она очень узкая. Короче, Пашка, разворачивайся, это не она. Сейчас, полицейский разворот вел, типа. Конечно, на этом пердуне такое не сделаешь. Красиво. Смотри, какие тёлки. Мне вон та чёрненькая нравится. Да. Ну, я вижу, что я ей не нравлюсь. Да. Жарко, пипец. Угу. Пашка, не делай ничего. А теперь поворачивай туда. Не туда ты поворачиваешь, Пашка, не там ты тормозишь. А потом держать газ, да? Когда ну, давай, резко. Резко. Придерживай сверху. Сверху. Ага, вот так. Ага. Короче, понятно. О, плывем. По-другому берись, так вот. Так вот. Ага. Теперь рулюй. Право, это что? Это право или лево? Ну ты смотри, как она плывет. Давай чистить. Ну доставай все. Тут проход есть. Ой, блин. Я уже все штаны вымочу. Угу. А, пофиг, я что, баба что ли? Походу вот наша Алла, которую мы искали. Шли. А камень, что ли, остался? Да, деревни больше нет, только камень. На гэтым месцы 14 студзеня 1944 года былі расстрэлены спалены мірныя жыхары вёскі Алла і суседніх населеных пунктаў. Усяго ў той жудасны дзень загінулі 1758 чалавек, з іх 950 дзяцей. Вечная памяць ахвярам фашызму. Пойдем. Пойдем. Да. Здорово, пацаны. Паша. Я и Кирилл. Паша. Братики. Братаны троюродные. Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Да, не надо все. Я еще с
Хатынь не одна, 186 деревень вместе с людьми сгорели дотла на нашей земле белорусской. 186. Чуть. Белорусского нет. На деревенском мове размовлять умею. Ну, знаешь, когда ты приезжаешь в деревню и неделю общаешься с другом из деревни, у тебя потом сразу говор идет такой, лэкаешь все время и, да. И так далее. У меня точно такой же. Нет, здесь же... Аухимки, Орехово. Ксида, Ау, Азар, Сташево, Осетки. Островы, Осипово. Нету. Нету Аулы. Ну, здесь, по крайней мере, нет да. ее. А здесь все перепалка не то. Странно, тут... Нет, ну я имею в виду, что там где-то была. Вон там вот. Детектив прям, Шерлок. Да, три буквы. А я думал, четыре. Я тоже думал, Алла будет. Нет. На букву Алла. Светлогорский район. Здесь погибло 950 детей. Всего погибло 1750 людей, человек. Больше, чем здесь, в Хатыни. Здравствуйте. Что случилось у вас? Да вон старательная лимина. А где? Вон, где место. Стоять. Ну да, похоже на времен ВОВ Великой Отечественной войны. Да, да, да. Назарука на 709, Назарука на 709. Необходимо прибытие группы разминирования. Снаряд похож на снаряд времен Великой Отечественной войны. Как понял меня Назарука? Не дай бог тут трактором, кто Иван Ильич ездит. Как трактором, но еще ездишь у нас любимые, ну, люди, которые любят собирать металлолом. Не дай бог еще полезут, рванет руки, поотрывает ему. А что там хоть было, что вредное, не? Пустой. Пустой? Да. Вот, смотри. Так а что его весь не разорвало, такой кусок? Во время войны снаряжалось не только через МВВ, а сметями. То есть селитру добавляли. Может, не хватило просто мощности. Вечно. Как горит огонь, течет вода. И как я мешаю котел. И как ты мешаешь котел. Вот так вот. Ты на повара не хотел? Ты на инженера пошел. Надо было на повара идти. Нет. Синим ты же ответишь нормально. Как-то не престижно. Повар. Инженер как-то покруче. Инженер. Инженер технологии машиностроения. Повар высшего уровня. Нет. Высшего класса. Это фигня. Это не потянет. Четко подбородок. Да во. Там, блин, подбородка, я так подбородка делал. Ты кого учишь, а? Тебя. Я тебе не городской.
В смысле? Выложи тут. Все, пальчик. Потом. Бери ведро, неси, а то мне тяжко. Я уже старый. Сколько там тебе где-то? 18? Ну, 18, а тебе сколько? 15. Ну, я почти ростом того же. Ты еще жизни не видал. Ой, Воми или Бабул, вот сразу говорит, жизни не видал. Ты тут вот побудь, вот тут ты жизнь повидаешь, а не в Хомеле. Отпусти. Ни хрена. Я думал, ты ее не наставил. Ну, я думал, что делать сейчас. Микрофон. Все, идеально. Нет, другой. Да еще, да отпускай. Может, пониже. Да? Это не, блин. Здрасте. Что наши делает тут параллельно, ну, там разберемся. Ты там не считаешь, лови, блин. Денис приехал в Беларусь. Ха, это будет была чистая победа. Потом будем играть. У нас это. Хочу крученого. Лох. О! Получилось. Ща я тебя возьму. Ща я тоже. Я обожаю крученые. Ща я тоже. Калека, ну крученый. Он отскакивает в другую сторону. Да я помню, блин. А я думал, ты пешком пойдешь. М? Пешком. Да, дочи, я да. Тебя провел. Угу. Да, все. Сюда. А ты дальше пошел. Давай, братан. Ну все, давай. Крепись там. Ой. Все, смотри там только это. В армию не уйди. Это кто еще из нас в армию уйдет? Все, давай. Все, давай, братан. Посмотрю, куда ты садишься. И поедешь. Вперед, тебя зачем мне? Все, давай. Давай, братан.